Даже при минимальной ставке с Alimbet ты получаешь бонус. А если больше ставок, то и бонусы больше с каждым уровнем. Запомни, больше ставок – больше бонусов. Бонус-клуб Alimbet. Alimbet. Максимум от игры. Нашу любимую команду, это Воронежский факел. Приехало очень много народу. Факел! Очень сильно болеть. Посмотрите, какие прекрасные болельщики. Ждем сегодня только победы. Всегда будем с парнями до конца. Организовали нам прекрасный выезд. Три автобуса отправились с Воронежа. Вот сейчас все здесь. Будем болеть горячо, поддерживать родную команду. Вы знаете, какие у нас болельщики. Мы славимся на всю Россию, на всю футбольную Россию. Так что будет очень жарко и огнеопасно. Хочу зарядить факел, хочу, чтобы остались в высшей лиге. Если не останется, ничего страшного, будем болеть в ФНЛ. Хочу, чтобы фанаты наши вернулись, блин. Вот это разногласие, блин, так оно меня напрягает. Блин, хочу, чтобы наконец-то, блин, на Воронежской земле, блин, мир воцарился. Чтобы мы объединились, чтобы Кузьма, Воронежские фанаты, блин, вместе болели за факел. Это же так круто, вот что вот мы сейчас, вот Воронежская Кузьма, организованно болеем за факел. То, что за факел мы едем всегда. Факел наша родная команда. Любимая команда, лучший клуб РПЛ. Ребята катаются, наверное, от первого выезда у них. А мы катаемся уже, наверное, с 2001-го, 2000-х годов. А так мы уже за факел на стадионе 99-й, 2000-й, 2001-й, когда высшая лига была. А в этом году и в Краснодаре были, и на ЦСКА были, и в Сочи были. Болеем за наш клуб родной. Наш сектор, как всегда, будет на позитиве. Как всегда, мы зарядим факел. И по-другому быть и не может. Играть сегодня агрессивно, а нам нужно 3 очка.
ничего хорошего, если мы проиграли. Было бы лучше, если мы выиграли или сыграли ничего, то не забрали бачку. Играли там злые или добрые, уже никого не интересует. Чего не хватило, чтобы все-таки забрать эту очку? Ну, концентрация в конце психологии, мы начали садиться вниз. У нас было мало моментов в втором тайме. Ну, там гол назревал плюс-минус, как всегда, ключевые ошибки. Это футбол. Потом, если ошибаюсь, это выиграли. Будем стараться выигрывать. У нас еще, если не ошибаюсь, 12 матчей. Поэтому в розыгрыше много очков. Никакой критичной ситуации. Так получается, что мы много играем в ничьих. Ничего, переломим.